Председатель Магаданской городской думы встретился с директором 13-й гимназии. Говорили о планах по строительству спортивных объектов. В частности, руководство школы считает, что на территории учреждения должна быть площадка для сдачи норм ГТО и игровое поле. Площадь здесь ограничена. Специалисты осмотрелись с тем, чтобы оценить масштабы стройки с учетом подземных коммуникаций. На встрече присутствовал руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Магаданской области Борис Хейман. Вот сегодня состоялось у нас такое выездное совещание с руководителем департамента физкультуры и спорта Магаданской области. То есть это в идеале, если это все у нас получится, это будет совместное решение регионального департамента, мэрии по обустройству этих площадок. То есть мы сегодня посмотрели, где сети. Есть, конечно, вопросы, которые нам нужно еще обсудить с теми, кому эти сети принадлежат, для того, чтобы понимать, в какую сторону, где что можно пододвинуть. Но в целом, вот на сегодняшний момент, как я оцениваю, что вполне реально здесь сделать спортивную площадку и площадку под тренажеры ГТО. Вопрос строительства спортивной площадки для 13-й гимназии на протяжении нескольких лет остро стоял как у руководства учреждения, так и у родителей на школьных собраниях. При наличии погодных условий у детей должна быть возможность заниматься физкультурой на свежем воздухе. В дальнейшем председатель городской думы Сергей Смирнов планирует встретиться с главой города и заручиться его поддержкой для реализации планов. После того, как специалисты техконтроля завершат проектирование, можно будет говорить о финансовой составляющей, стоимости работ, закупки инвентаря и покрытия. При удачном стечении обстоятельств к реализации проекта приступят в 2021 году.